Бля, охуенная идея, по-моему, делать просто ререк дроидами, давать им 1 000 000 хп и просто пускать свободное плавание. О, так все, Крадущий кто здесь, давай. на перекличке А, забейте, отвечай. они всех своих поставили на дроидов. У них у всех 20 Это, уровней. откройте АП, откройте АП, 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 пожалуйста. Ебаный. Голубь за... А, ну конечно, голубь, но... Ванлав... Там онлайн новые ники, все вот эти вот. Малина... Накано. В смысле, а что там делать Накано? Ладно. Я же сказал мне отвечать на перекличку. Откройте АП, алло, бля, и чё, шутка нахуй? Ну да. Я думал, Ретрай, сделай все, что ты паришься. Такого он не зайдет с ретраем, ну ладно. Ретрай, ретрай, тут А, умник. нет, 120, 127. Раз, два, три, и все. Тут собаки снизу, слышишь, Керти, спрыгни. Да вообще пофиг. А, ну да, кстати, муж собакам. Товарищ Машакон, очистите строй. Сразу хп пополняем, чтобы это было. Сразу нет. Товарищ командир, очистите строй. Открой бэги. Это войско игнорщик, блин. Блять! Чем мы сказали? Открой барьер! А что там за вонючка находится около барьера? А-а-а! Так это трешик, ёб твою мать! Ой. Так, печенька, ты тоже хохол, оказывается, да? Товарищ Маша, остановись. Так точно. Бля, не хватает пива и чипсов. Не хватает. О, началось, началось. Уже хватит сейчас. Уже? Ну, посмотри. Так, товарищ, по плану нашего гениального маршала-командера мы будем занимать оборону аванпоста. Райан, ты же понимаешь, что это... На самом аванпосте. А, его здесь нет. Райана здесь нет. Кертис. А что это плохого? Потому что лучше занять за аванпостом, потом контратаку сделать. Все переходим тогда под первую частоту. Кто здесь есть? Бля. Не обязан. Также мы можем выставить несколько снайперов за аванпостом, но чисто обороны аванпоста. Если дроиды будут где-нибудь на храме, то их лучше не трогать. Кто Бля, хочет. Тут не постримить, да? Так, платок, платок. Какая крыша? Дроид-диверсант один придет и всех нахуй снесет. Ну-ка, крыша с крыши. Так что давайте внутри аванпоста. Да-да-да, в жопу крышу Я точу. Их вижу! На СЕ да. нахера очень много. О, господи. На какой СЕ? На СЕ никого нет. Азима до СЕ. Через бинокль посмотрите, товарищ командир. Как? Там ничего нету. Не видите? На СЕ, посмотрите внимательно. Все, ничего там нет. Да нету там никого, ты бредишь. Там никого нет. Товарищ, Иванович, подождите. Если будете утверждать, что там кто-то есть, отправьтесь в КПЗ за неадекватное поведение. Все, давайте, занимайте оборону внутри аванпоста, чего вы стоите. Какой есть, блядь, там никого нет. Товарищ, да, там сержант, нет. Платок, штаб-сержант. Ты это мне прям серьезно говоришь? Не там, но на РПЗ зона, мы ничего там не видим. Если ты еще раз это скажешь, то по сути, да, скажу ему, чтобы ты тебя в КПЗ запостил. Ну, прикладку. Блять, лучше я замьючусь нахуй. Так, и собираемся в первой частоте. В первой частоте собираемся. 2 hours later. Ничего. Это вон райны всякие бегут развлекаться. Ну да, райны, их много. Да, сказал бы, что я вам развлекаюсь. Отсюда. Может, для себя это не будет развлечение, а вот для нас, возможно. То есть вам в кайф просто прибежать на базу, пополнить боезапас? Да. Чё, они такие жесткие? Сколько не ударов вы? Райан, смотри, мы можем отпустить, как бы их помочь, но если нам захватит АП, то ну не жалко. Отпусти хотя бы. Не, я не буду. Ладно, идите. Можно?
Так это круто! Можно, можно. Только действуйте, не одной кучей бегите, а как-нибудь распределитесь. Ой, как хорошо. Барьеру кто спрыгнул, Керти? Я случайно, блин! Знаю я твой случайно. К барьеру идите. Что-то пахнет это. Мне кажется, Райана подменили. Мне кажется, Райана подменили. Почему? Я сейчас подменил. А я что, шутка? Не теряйте друг друга, действуйте вместе только. Давайте. Я предлагаю сначала, давайте не на базу сразу, давайте разведаем это место. На ЦГ, мы только с ЦГ будем поддерживать, не да, на базу. С ЦГ, чтобы если что, вы могли вернуться сразу в это, к нам. Там впереди дроида, два бегут к базе, я по одному вот из них попал, с Фолкнера. И слева еще, слева, хорошо. Слева, а, нет. Слева короче, дроид. Говорите по очереди просто, и все. О, там джедай, найс. Там два дроида, да. Нам Оби-Ван помогает. А Оби-Ван, скорее всего, отыгрывает Алекс. Ну, как всегда. Оби-Ван это Оби-Ван. Прием. Я не догадались, это NPC. Сзади, сзади, сзади дроид с бункера. Нет, Оби-Ван это агрессия. Они, да, все, 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 с бункера, поднялись, поднялись, поднялись. Так, парни, на базу тут сами идите, на себе стойте, Оно ликвидировали. Второго тоже. Жалко, что у нас нету. Ну, Схэй, yeah, можешь идти, он как постовой, можешь идти и тоже там на себе. А ну иди, иди ты. За храмом джедаев обнаружен лан. Вижу Гривас. Гривас на ВВП сражается с Оби-Ваном. Давайте поможем, давайте поможем Оби-Вану. Как? Давайте поможем Гривасу. Как ты собираешься помогать? Дроиды сзади, дроиды сзади. Дроиды сзади идут. Они сзади, там еще. На ВВП. Он сражается с вами. Ой-ой-ой, больно, больно, больно. Все, минус еще один дроид. Там еще два идут. Их там очень много, где-то, так скажу. Джедай, джедай, джедай. А еще Гривус бежит на АП. В сторону АП. Возвращаемся. Мы не успели, мы не успели. Он уже рядом. Я бегу. Ну че, а вы как бы? Соло? Соло, пацаны, учитесь. Не в соло. Помогите, тут дроид по мне шмаляет с бункера. А нет, я уже соло убил. А че так темно? Пацаны, возвращайтесь. Скажи мне место нахождения. Дроиды очень живучие. Дроиды рядом с бункером. Их там четверо. Оби-Ван сгрился. Здравствуйте. Включи барьер. Есть, конечно, вариант обойти. Блин, может через Гатагом. На П быстрее бегите, ребята. Как вы поняли. Да-да-да-да. И срочи уксился. Я, короче, очень много дроидов забрал, но меня тоже. Включи, пожалуйста, АП. Это у нас это света нету на АП. Ну, включите кто-нибудь, барьер. Дроид на этом. На... Чё, отключил, отключил. Командир, это нормально, что у нас света нету? Да. Да. Гриллс просто пришел, выключил свет. Капец, Оби-Ван стрёмно. На генератор был стрёмно. Я подумал, это какой-то дроид. Вообще куда они вступали? Откройте АП. Так, можете идти снова на ЦГ помогать пока что. На ЦГ? Там до хера дроидов. Ну вот, идите. Давайте займем сначала. Давайте просто займем оборону на G6, так как они убегают с бункера, нам нужно их отстреливать. Чтобы они не доходили до базы. Я предлагаю на этот на Я-1 просто встать. Пацаны, гора прямо у нашего АП, дофига дроидов, ликвидировать дроида. Видим, видим, видим. А, понимаю, меня сняли. А где мы едем? По крышу не вылезайте, это смерть. Я под горой, так что я чем-то помогаю. Ликвидировал. Еще, еще, минимум. Ну я рядом с АП. Дроид на А1 и на А2, пацаны. Ой, не на А1, а на Г2.
А на горе я сейчас могу снять их. Вернитесь за... немного на АП, нам самим немного. На горе двое, на АИ два тоже. Я возле АП. Ну, то есть я на АИ... Ну, короче, прям возле. Пробуйте убивать с улицы аванпоста, а не с крыши. С крыши говно место. Я а поднимаю Алексей, там одну минус. А второй я поднимаю раз попал. У нас барьера. Стоит кто-нибудь на барьере? Нет. Нет. Больно, больно! Не посмотрел. Откройте АПМ. Стоп, Керсис, откуда вообще? Я побежал туда. Щупля. Сказали на АП. А, понял. Это там, там сказали ложить обстановку. Все, они ушли с... Ну, то есть не хотят больше захватывать АП, походу. Почему именно меня? Опять масштабная атака на АП. Да, я согласен. Четыре дроида на АП бегут. Резня. Да, да. Вот теперь руководу надо проходить. Вот. Райан, можно до ЦГ сбегать? Зачем? Посмотреть, что по обстановке. Сейчас какая является у нас совой? Иду к нему. Где ой, а ой, вон. Я слышу. Четыре дроида около бункера. Сейчас буду идти на ЦГ. Ой, то есть... Один, короче. Идут на АП, да. Так, это, блядь, группа, которая не снайпер, вернитесь на АП, нахуй. Мы и так на АП сидим. Кертис постоянно вне АП бегает, я знаю. Не, ну мы тут просто в АП, когда они по бокам бегают. Меня уже прибили. Кто за барьером стоит? Я же знаю, что я стою. Я не собирался бежать. Там. Он сейчас опять со стенки будет бежать, я открою АП. Куда внизу. А ой, нам типа бесплатно. Разрешите войти, он это внизу. И он отсеет. Да, я сейчас это сейчас делаю. Нам нужна огневая помощь. Не, пока сами справляемся. Равен гений. Что я? Ну, прыг... тыгровка, камон. Что тыгровка? А еще забей. Я просто хотел у Лавой спросить, где нужна огневая мощь. Чё не ответил, он сам пришел, сказал, что... А ой, можно это, пойду помочь, помогу, ну то есть помочь снайперам? Кертис, открой баги. Дроид на горе. Ну быстрее, а чё инструктор не заходит? Дроид на горе. Пошел он. Блять, ну ты, открой. Пускай заходит быстрее, чё он там... Я не знаю. Он бежит прямо за мной. Я открываю, всё, я закрываю. Рай. А что? Зачем? Нет, а вот нет. За горой сидит дроид снайпер. Все сняли его. А все снайперы прям здесь сидят, да? Походу. На базе, то есть. Все, всех сняли опять. Все? Вы убедились, товарищ командир? Командир. Да мне одну. Ой, ой, там на базу бежит человек 10. Человек 10 на базу бежит. Скажи, что он дроид наступает на базу. Дайте приказ, типа, не сидеть тут на базе, а занять какие-то точки, потом чисто воевать нормально. Ну, у нас это все получилось, но зачем на тут сидеть? Это очень глупо. Жди. Чего, блин, ждать? Понял. Да, опять ноги сломал. Поддержка чего?
сзади нельзя прыгать. Бежит на i3. За горами. Если вы уши бежите. Мы на папу. Я понял, это отстреливайте дроиду. А это наши, все, юзли. Ух, там жесть на базе. Я сейчас хочу посмотреть на эту жесть. Я сейчас а откуда мы сняли? А, дроиды опять вылезли из бункера. Отряд. Чё-то на голос убил, он вообще не похож. На базу. Там реально. Да ладно, удивил. Они АП атакуют. Горы. Интересно, тут свои по своим стреляют челики. А ой, я тебе про брошенный лад, да. А, он ушел. Я про этот лад давно. Недавно говорил. Где дроиды? Господи, на АП. На АП нету дроидов. Я. А, все, подкрепление пришло. За взрывы. Подкрепление. Дроиды отступают. Да ладно. Да. Опа! Гривус! Где Гривус? Во-во-во, пробежал. В сторону храма. Где Гривус? Преследую его, Гривуса. Глазком увидеть. Ура! Я его хотя бы через теплак увидел. Занять латы для вылета. Это не я стрелял, это по тебе младший лейтенант Crosshair стрелял. Это не я стрелял. У тебя Crosshair. Этот калп, если мы напишем про бункер, это, во-первых, порча РП процесс, за это можно попасть в КПЗ. А, то есть там нон РП, да? Да, это админ рум. Админ рум, держу. Админ рума запрещено упоминание про нее. Я, кстати, не был два раза. Один раз, когда меня за дроидов ставили, один раз, когда я по шапке получал. А я два раза там был и два раза по шапке получал. Ну я тогда просто по шапке один раз за просто так получил. По идее. Крутой. Натуре. Надо, ладно, наличие бомб проверить, кстати. Это дроиды или кто там? А, нет, это инструктора, боже. Напугали.